gladiatori, gladiatori. Ogni giorno una sfida che puoi vincere, con la forza del sole che ti scalderà, senza guardare indietro, senza cadere mai. Gladiatori, la forza e il coraggio. В Родосе Колосс седьмое чудо империи был взят штурмом участниками соревнований. Али забрался первым, должен был зажечь факел и помочь команде белых пройти квалификацию для выхода в финал в Колизее. Но что-то пошло не так. Землетрясение. Зажги факел! Чего ты ждешь? Скорее! Зажигай, Али! Рим ждет! Скорее! Ты даришь победу имперскому орлу. Ты даришь ее тем, кто лишил тебя счастья. Тем, кто убил твою мать и твоего отца. Али! Ты этого хочешь? Подумай. Итак, моя мать мертва. Где же твоя жажда мести, бродяга из Антиохии? Золото Рима купило ее капля за каплей. Нет, уйди, тень. Империя, все потеряно. Мой император, о боги, что такое? Успокойтесь, прикажите, и мы исполним. Кошмар, ужасный сон. Около меня был Марк, мой любимый внук. Мрак скрыл его от меня и распространился по всей империи. Это ужасно. Исчезновение вашего внука нелегко перенести, но мы ищем его, и мы найдем. Обещаю вам. Нет, происходит что-то ужасное. Что-то, над чем мы не властны. Глубокая тень, нависшая над вечным конфликтом со светом. Пришел момент, миг, когда наша сила завоюет мир. Избранный Митры колеблется, и мы погрузим его в бурю, из которой нет пути назад. Чего он ждет? Не понимаю, почему он не зажигает факел. Нет, погоди, Гутта. Возможно, избранный сам сломается. Если это произойдет, это будет полная победа Анубиса. Погоди, выжди свой момент. Чего ты ждешь? Факел! Не вмешивайся! Али! Факел! Он в раздумьях. К сожалению, парень запутался. Я чувствую Митру, но мы сильнее. Да!
Нет, я не могу все испортить. Что испортить? Турнир или нашу месть? Нашу? Но кто ты? Да ладно, ты что, не узнал меня? Ну что он делает? Он остановился. Если он откажется от победы, Катилиу победит, а не Друдо. Катилиу, Друдо, для меня больше не существует. Я чувствую зло и злопамятность. Они растут и питают нашу силу. Я должен зажечь, должен. Мы должны открыть правду и справедливость. Но хватит, скажи, кто ты? Не тот вопрос, Али. Я хочу справедливости, и я найду ее. Во что бы то ни стало. Нет, погоди. Я должен помочь ему. Я не вижу тебя. Где ты? Вот он я. Вот это правильный вопрос. Где ты? Я не в каком-то месте, но в том, что ты чувствуешь внутри, каков твой путь? Я не дам себя снова обмануть. Ты иллюзия! Иллюзия? Но я зло. Послушай меня. Хватит оплакивать сомнения. У тебя важная миссия. Твоя миссия, Али. Зажги этот чертов факел и отдай победу белым. Чего ты ждешь? Зажигай! Ну? Так ты не враг. Ты хочешь, чтобы они победили. Но моя месть, моя мать, мой отец. Надеюсь, тебе это объяснит, что ты делаешь. Какой сюрприз, верный слуга Митры. Не думаю, что ты достоин поучать меня. Ты открыла слишком много дверей, Канидии, изменила порядок вещей, что нанесло вред даже Анубису. Но хорошая ситуация того стоит. Ты не находишь? Зажги огонь, подумай о себе, о миссии, забудь о прошлом. Неважно, кто убил твоих родителей, подумай, чего ты добьешься. Я ничего не хочу добиваться. Я сражаюсь лишь ради чести своей семьи. Чести? Ладно, пора тебе вырасти. Ты сражаешься за будущего императора. Это великая возможность для тебя. Только не говори, что ты никогда не думал об этом. Уважение, богатство, удовольствие. Скажи. Тебе не удастся заворожить парня, Канидия. В нем сила, которую представить сложно. Если бы это было так, ты бы сейчас не защищал его тут. Правда в том, что я побеждаю. Нет, я не уступлю. Честь моей семьи превыше всего. Честь твоей семьи. Теперь она пыль в пустыне. У пыли есть честь. Значит, это так. Как я и думал, моя мать умерла, правда? Умерла? Но кто знает. Может и нет, но в данном случае, со всей силой, которой ты обладаешь, ты можешь ее найти. Подумай, что ты можешь найти ее так, один, бедняк из Антиохии. Хватит обмана, хватит мрака, хватит миражей. Хватит! Хватит? Но у реальности тысячи лиц. И во тьме, где лежит истина, интереснее. Мне надоело бросать советы на ветер. Иди, если хочешь, вернись в грязь, из которой ты пришел. У тебя в руках было все, и что ты сделал? Ты предпочел стать никем. Поздравляю, ты просто дурак. Хорошо, я буду ничем, но я хотя бы не буду должен никого благодарить.
Али, почувствуй, что ты теряешь себя. Подумаем о нем ради добра и зла. Какое мне дело до турнира императора Марка? У него есть мать. Я иду за сердцем, за гневом. Минутку. Я же не говорил о зависти. Иди, Али, иди. Следуй за светом. Не трогай! Ты хотел обмануть меня, но победил я, обманщик! Хватит ждать. Добыча идет в сети. Успокой свое сердце, бродяга. Ты больше ничего не зажжешь. Я зажгу особый факел. Факел из человека. Это невозможно. Я не горю. Огонь. Так это был просто трюк. Что такое, чудо? Видела Канидия? Парень молодец. Митра с ним, и он защищает его. И это конец всем. Полное столкновение! Нет, еще не время для этого. Это будет катастрофа, Канидия! Умри же! Цинрик, он спас его! Он молодец! Лоутар, убей его! Али, осторожней! Парень, ради бога, двигайся, иначе нам конец! Зло за зло, так, Канидия, ценой разрушения всего! Какое значение! Важно только, что я служу Анубису и помогу ему восторжествовать. Над чем? Над миром? В развалинах? Лучше развалины, чем власть света. Такого ответа я и ожидал. Такого злого? Циничного? Жестокого? Нет, такого глупого. Землетрясение! Землетрясение! Катастрофа! Принцесса, что нам делать?
Да, Канди, все же мы победили. Амиция! Помогите! Идем отсюда. Какой ужас. Император только на ноги встал, а тут такое. Конец Колизею. Кто его может восстановить? Все можно вернуть. Теперь нужно смотреть вперед и думать об империи. Белые победили, и теперь мы едем в Рим. Но черные вторые, они будут сражаться в финале. Боги посылают мне знаки их расположения. Это просто птичка, в саду таких много. Да. Но я чувствую, свет не уйдет из нашей жизни. Вашего врача сегодня не видно. Может, вам лучше отдохнуть, Цезарь? Да, я хочу заснуть и видеть сны о том, как Марк возвращается ко мне. Маме! Тебе лучше? Я жив и должен благодарить тебя. Это самое малое, что я мог сделать для тебя. Ведь все это из-за меня. Я позволил ослепить себя ненависти, и силы зла чуть не победили. Я опустил свое сердце в темный колодец, колодец зависти. Зависти? К кому? К тебе, Марк. Но ты же лучше меня. Ты вырос один на улицах Антиохи. Я бы не смог так. В одиночестве нет ничего хорошего. Иди ко мне. Не так сильно. Больно же. Поплачь. Я знаю, что делаю. Больно? Гораздо лучше. Сегодня гораздо лучше. Я узнаю этот взгляд. Что тебе бинтовать, руку или сердце? Я не над тобой смеялся. Не бойся, это я. Сегодня ты бился как лев. Мне жаль, что ты вылетел из турнира. Ну, вот так. Кто-то должен проиграть, правда? Ты помог нам выиграть. Без тебя бы мы не справились. Я буду вечно тебе благодарен. Мне не нужна благодарность. Если хочешь расплатиться со мной, сделай ее счастливой. Домиций заслуживает такого мужчину. Гораздо больше, чем мерзавца и лжеца Катилио. Может, она и получше могла заслужить, например, такого, как тебя, Цинрик. Но не вышло. Поздравляю тебя с победой.
Можешь рассчитывать на меня во всем. Мы желаем вам в Риме выиграть. Побереги чувства для своей будущей жены. Скорее, я хочу, чтобы оружие мое блестело. Ясно? Но много из этого мы давно уже не использовали. Ты намекаешь, что я плохо сражался? Нет, просто оно уже блестит. Так полируй еще! И молчи, а то я твоей крови его намою. Благородный Катилио, прими мое восхищение и поздравление. Что за слова? Шутка, что ли? Ты обижаешь меня, Катилио, я помогал тебе с самого начала. Похоже, ты недостаточно сделал. Посмотри на результаты. Результаты? Ты в одной из двух команд, которые попали в Рим на финал. Это же успех. Да, но другая команда, мои враги. Ты должен был быть на их месте, чтобы обеспечить мне победу. Но это не означает, что я не служил тебе до самого конца. И что? Между нами был договор, римское гражданство для моего народа, помнишь? Договор, конечно. Я бы вспомнил о нем, если бы ты не провалился. Я не провалился. Это решаю я. Осторожно, Катилио, не стоит предавать нумидийца. Не надо мне угрожать. Не бросай вызов будущему императору. Ползай у меня в ногах, Лотар. Или мои легионы придут с мечом и огнем в твою Нумидию, и ты пожалеешь. Это ты пожалеешь о своих словах, будущий император. Нинурта, ты ранен? Где? Покажи. Нет. Раны, которые меня угнетают, не видно на теле, но мне все равно больно. Была страшная битва, и священного огня Митры больше нет. Да, но мир не был разрушен тьмой, как видишь. Прогони из сердца тень вины, Али. Сегодня ты побывал у границ, из-за которых не возвращаются. В семи испытаниях турнира ты разгромил демонов, которые живут в сердце каждого человека. Ты устоял против алчности, высокомерия, желаний гнева, уныния, чревоугодия, а сегодня зависть, я знаю. Не беспокойся об огне, который горел на вершине статуи, ибо этот огонь теперь горит здесь, в глубине твоей души. Но я себя плохо чувствую. Чувствую, что не могу продолжать, пока не найду ответ на один вопрос. Ты хочешь знать, жива ли твоя мать? Да, я хочу знать, чтобы иметь надежду. Или уже точно оплакивать свою боль. Я хотел бы и дальше тебе помогать, но этот путь приведет тебя за пределы моей силы. Его ты должен пройти один. Ну вот! Избранный Митры должен теперь остановиться! Прегради ему путь, мой господин! Пусть он сражается! Prove avanti a noi, non ci fan paura.